Обхок считаю, детские сады тратили на коммунальные расходы деньги, предусмотренные на обучение и воспитание детей. Подобные нарушения городская прокуратура выявила в 9 из 24 дошкольных организаций. При этом часть воспитанников числилась лишь на бумаге. К примеру, в прошлом году проверяющие насчитали 120 лишних детей, в этом еще 49. Также завышался размер государственного заказа в расчете на одного ребенка. Вместо положенных 19 тысяч городской отдел образования выплачивал детским садам более 20 тысяч тенге. В ходе проверки выявлены нарушения по нецелевому использованию средств на сумму более 24 миллиона тенге. Данные средства были оплачены государством за посещение детей, которые фактически на тот момент в детский сад не ходили. Проводится работа по возмещению данных средств в бюджет государства.